Дядь Паля, да? Ты, конечно, скажу по-честному, мастер авторитетный, но, похоже, придется тебе месячишко без зарплаты поработать. Чего это? Того это. Из-за тебя лично уже пятый клиент уезжает, а точнее клиентка. Так потому что дуры одни ж ездят. Ты бы видел, тут как будто медом им намазано. Одна приехала, говорит, сделайте мне реснички, как у коровки. Вторая говорит, сделайте так, чтобы она заправлялась по Wi-Fi. Да это как вообще? Третья говорит, приставьте мне мотор спереди взад, потому что так не по фэн-шуй. Так прежде всего, они не дуры, а клиенты. А клиент всегда прав. Да мне по фэншую, что там клиент хочет. Так, по фэншую, да? А зарплата тебе тоже по фэншую? Ты мою зарплату не трожь, она у меня и так маленькая. Вот, поэтому они просят, ты делаешь. Хоть турбовзлет, хоть кровать в салон. О, приехала. Сейчас скажет, покрасьте мне салон в розовый. Так, она просит, ты делаешь. Здрасте, мужики. Здрасте. А можете мне бронированные стекла поставить? Ни хрена себе начало. Ну, можем. А еще сзади вместо ремней безопасности прицепить эти наручники. Наручники? Я тебе говорил, сюда одни дуры ездят. Тихо. Женщина, мы, конечно, все сделаем. Это он шутит. Если надо, мы зеркальный потолок сделаем. Мы все понимаем. Да нет, мне не для этого. Мне как раз наоборот. И еще. Мне надо ток к заднему сиденью прицепить. Понимаете, чтобы я на кнопку лацнула, а она как шандарахнула. Только чтобы не насмерть. Чтобы так и все, и отпустила. Не, она не извращенка. Она, наверное, в полиции работает. И берет халтурку на дом. Тихо. Я не за тех. Женщина, а зачем вам такой автомобиль? Да я это... Мать! Многодетная. Вот. Понимаете, они то клацают, то царапают что-то, то они дерутся, то они кричат, то они клацают, то они царапают, то они дерутся, то они кричат. Все. Женщина, ну, вам, похоже, не к нам, вам к психологу. Ну, что ты начинаешь к психологу? Может, не все так потеряно? Открой лицо, я сказала! Мамочка, могу вам подарить свое собственное ноу-хау, как однодетный отец. Вот. А что это? Валерьянка. Я вот когда со своими еду, они сзади только начинают шуметь, драться. Я сразу же, вот, валерьяночки, бульк. Ну, бульк, это где-то 300 капель. И все. Сразу так все пах... тихо, спокойно. И смотришь, как будто их дети не мои. А можно мне... О! Вот эту шлангочку ставить в эту валерьяночку, а второй конец в козырек провести, чтобы когда они кричат, я вместо того заткнулись все! Козырек опустила, булькнула прямо в дороге и поехала дальше. Послушайте, ну это интересное инженерное решение. Может, его даже запатентовать? Да, дядь Паля, молодец. Давай тут будем валерьянку продавать. Ты сам говорил, желание клиента – закон. Так что пойдемте, девушка. Пип-пип. Я на солнышке лежу и ушами... Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, это так мило. Мужчина с коляской. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы присмотреть? Мне бы отлучиться на две минутки. Конечно. Да? Конечно, без проблем. Спасибо, я быстро. Не за что. Баю, баюшки, баю. Водичка, бомба! Можно купать. А, понял. Стоп, не понял. Я что, 9 месяцев плавал, что ли, там? Саша, успокойся, это не твой ребенок. Офигеть! Я сейчас себя чувствую моряком дальнего плавания. Я, значит, там плавал, возвращаюсь, а тут ребенок. Еще и не от меня. Саша, успокойся. Это мужчина. Попросил присмотреть, а сам пошел по делам. Какой мужчина? Которого я не вижу. Поздравляю, Викуся. Теперь ты мамаша. С чего это ты взял? С чего? Это ж принцип кукушки. Он подкинул,
а сам где-то плавает сейчас свободный, как орел. Ну что ты такое говоришь? Сейчас он вернется. Вернется. Придется нам с тобой его вдвоем воспитывать. Только учти, если он черненький, я скажу, что это ты нагуляла. Понятно? Саша, вот, вот этот мужик. Спасибо, что присмотрели. А чего вы шепотом? Так, чтобы ребеночка не разбудить. Ребеночка. Сейчас этим ребеночком вашего мужа угощу. О, спасибо, что присмотрели. Так, а... Пиво, чипсы, контрацептивы. Пиво, чипсы. Нормально. Я присматривала, а благодарность вся тебе. Я тоже участвовал в воспитании этого малыша. Блин, Вика! Вот зачем ты его так раскачала? Воспитывала, как могла. Ага, попались! А? Что? Это что такое? Ну ты же мне не разрешаешь в спортзал ходить. Говоришь, там, видите ли, мужики на меня пялятся. Вот, занимаюсь спортом дома. Да? Ну, правильно, правильно, да. А то я уж было подумал, что ты тут. Ну что, продолжим? Здравствуйте. А это у нас кто? Тоже тренажер? Это для каких мышц у нас тренажер, а? Это фитнес-тренер. Фитнес-тренер? Правда? Да, правда, я фитнес-тренер, а не то, что вы подумали. Ну-ка, пойдем. Пойдем, сейчас мы проверим твою квалификацию. У меня есть документы, я могу... В жопу себе засунь, давай. Давай, маслай. 44 километра уже. Опаздываешь. Ускоряемся. О! О! Пошел на рекорд! О! 157. 158. Все, я больше не могу. Давай, давай, чтобы вообще сил не осталось за чужими женами бегать. Давай, 159. И... Ну, до 160, что тут было? 258, 259, 250. Я больше не могу. Что значит не могу? Алло, у нас же эти, еще 4 подхода. Хватит. Ладно, переходим туда к следующему упражнению. Фух, устал. Прыжки с балкона. Надо. Нет. Надо. Нет. Все, я больше никогда не буду заниматься фитнесом. Нет. Ну и нет. Правильно. Пора переходить к настоящему спорту. Сейчас вот вернусь после прыжков с балкона. Объясню тебе правила бейсбола. Иди сюда. Нет. Иди сюда. Нет. Иди сюда. Нет. Сейчас нет. Ты у нас рекордсмен. Полетишь как птица. Дура! По-моему, дышит на ладан. Даже не знаю, что делать. Ну, а кто должен знать, врач или санитар? У кого диплом? У меня диплом не было. И я с таким раньше дела не имел. И я тем более. Пусть я его вырублю. Не, ну, если его вырубить, он крякнет, как предыдущий. Ну что? Вот и прикопаем его, как предыдущего, там, на заднем дворе. Никто не узнает. Не узнает. Ну, как-то жалко. Ну что жалко, что жалко? Ну хоть по частям его продадим. У меня покупателей есть. Так, нет. Давай лучше дуй к Михалычу в морг, а я попробую методом тыка. Давай, тыч. Доктор. Что? Не надо меня по частям, умоляю. Я же не могу вот так вот просто крякнуть из-за фурункула. Больной, да вы-то тут при чем? У нас аппарат новый, немецкий. Не могу понять, как им пользоваться. Ага, а морг? А Михалыч из морга как раз немецкий знает. Еще с войны. Михалыч перевел. Ну? Ладан да. – это загрузка. А ты дышать на ладан, дышать на ладан. Загрузка. Врач с дипломом. Загрузка.
А если Михалыч спрашивает, то ему как, собираться домой или еще подождать? Ну, пусть подождет. Чем черт не шутит? Ну да. Загрузка. Ладен. А если попробовать вот это? А, не-не-не-не-не, все, тихо. Я знаю без вас, что время – деньги. Я где-то это слышала. Все, мне некогда. До свидания. Да-да. Здравствуйте, Надежда Константиновна. Шалом, шалом, Абрам Маркович. Вызывали? Что-то да. Случилось в вашей канцелярии? Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Если вы не против, я постою. Я просто не доверяю мебели, которую не делал сам. Напрасно. Разговор у нас будет долгим. Ой, я вас умоляю, долгим. Можно его сразу сократить, потому что вы знаете, время денег. Да-да, я это где-то уже слышала. Пожалуйста, я могу сократить, если вы мне очень быстро объясните, почему на ваших уроках труда дети сидят и ничего не делают. Да, пожалуйста. Я просто учу этих маленьких шлемазлов в том, что бесплатно делать ничего нельзя. Вы же не собираетесь им за это платить? Хорошо, но почему ваши уроки длятся не 45 минут, как положено, а только 10? Это мой второй жизненный принцип. Меньше делай, больше получай. Прекрасно. А вы знаете, что эти ваши принципы противоречат общешкольной программе, которую приняло Министерство образования? Зохунвей, как это может быть, если Министерство само работает по этим двум принципам? Ну, знаете... Сидеть на уроках и ничего не делать – это неприемлемо, Абрам Маркович. Неприемлемо? Зато высочайшая техника безопасности. За все время моей работы никто из них не получил ни одной травмы. Даже пальчика никто не порезал, не уколол. Сплюньте. Это очень хорошо. А как вы собираетесь оценивать их в конце четверти? Вот это вопрос, конечно, серьезный. Я что-нибудь пораскину, но о конкретной сумме еще рано говорить. Вы собираетесь брать деньги с детей? А как же? Естественно. Таки да. Я их научу моему третьему принципу. За все в жизни нужно платить. Знаете, Абрам Маркович, с такими вашими принципами вы скоро будете искать себе новую работу. Шалом. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, где я имею честь увидеть Абрама Марковича? Вот, что я вам говорила. Уже пришли жаловаться на вас. Ни в коем случае. Только слова благодарности. Благодарность? Конечно, ай, Зохинвей. Вы такой прекрасный учитель. У меня сегодня лучший день моей жизни. Сегодня мой сыночек Яша, который учится у Абрама Марковича, пришел домой, и я его попросил, убери за собой свои вещи. А он мне, знаете, что спросил? Он меня спросил, папа, что вы мне даете задание, а при этом не говорите, сколько мне за это будет? Мой ученик. Я когда это услышал, у меня слезы на глаза навернули. Спасибо вам большое, Абрам Маркович. Что могу? Как я могу вас отблагодарить? Ох, ну что ж вы задаете вопрос, если уже сами знаете на него ответ. Зохенвей, конечно. Прошу вас, надеюсь, это как-то скрасит вашу нелегкую педагогическую жизнь. На первую четверть, да. Спасибо вам большое за этого преподавателя, этого педагога от Бога. Если бы в вашей школе было побольше таких вот прекрасных учителей, то ваша школа бы не имела цены. Я прошу прощения, наоборот. Школа бы имела цену и очень большую. Да, тогда бы мы не смогли бы ее себе позволить. Вот видите, все к лучшему. Все, извините, пожалуйста. Всего доброго. Спасибо большое. Всего хорошего. Послушайте, Абрам Маркович, вы не смогли бы еще несколько предметов ввести в нашей школе? Надежда Константиновна, зачем вы задаете мне вопрос, если сами знаете
на него ответ. То есть ваш ответ да? Нет, я отвечу словами Яшеньки. Что же вы мне даете за задание и не говорите, сколько я за это получу? Мы с вами таки договоримся, я чувствую. Другой разговор. Наши вам с кисточкой. Всего доброго. Ну, кто придумал работать сразу же после дня банкира? День банкира надо 3 дня праздновать, как Пасху. Фух, ну, за курс. Здравствуйте, хорошего дня. Тихо, тихо, не кричите, что вы делаете, это же банк. Серьезное, между прочим, учреждение. Я пришел взять кредит на бизнес. Хочу открыть свой бар. Чтобы взять кредит на бизнес, нужен бизнес-план. А мы не инвестируем в сомнительные предприятия. Так что вы не по адресу. А я вот думаю, я как раз-таки по адресу. В смысле? Ну, у вас мешочки под глазами. А. Аспиринчик пьете. И у вас тут... акцизная марочка прилипла. Так что я думаю, я таки по адресу. Ой, что это? Это мой бизнес-проект. Начнем с небольшой презентации. И 10-й пункт моего бизнес-плана – коктейль «Финита ля комедия». Прошу. Вы знаете... Ваш бизнес-план меня просто убил. Убедил. Давайте подписывать бумаги. Давайте. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Александр, это что происходит? Знакомьтесь, это наш главный финансовый сифиль. Ананитик. Пожалуйста. Что здесь происходит, я вас спрашиваю. Евгений Михайлович, вы что, не видите, я работаю. Вам что, мало было вчерашнего корпоратива с танцами, стриптизами и плясками? Mm-hmm. Что вы на стол залезли и стали выплясывать? Mm-hmm. Сувать главному бухгалтеру деньги непонятно в какие места. Михаил Евгеньевич, у нас, между прочим, здесь презентация бизнес-проекта. Так. Успех. Вы мне объясните, пожалуйста, что происходит тут. Просто я открываю бар, и ваш банк любезно предоставил мне на это кредит. Что значит предоставил? Проверить риски? Просчитать окупаемость? Поверьте, пока есть такие люди, никаких рисков. 100% окупаемость бара гарантируется. О, Видите? Ну, я пойду. Спасибо большое. До свидания. Стойте, стойте. Вам, наверное, вряд ли объяснил этот пьяный клерк, что в этом банке все финансовые и разрешительные документы подписываю я. Поэтому мне необходимо проверить вашу презентацию. Тем более, что я вчерашний корпоратив пропустил. Понял. Присаживайтесь. Начинаем нашу презентацию. Давайте, давайте. Первый пункт моего бизнес-плана – коктейль «Червономарийчика». Вот. Так, ребята, хватит красить губы Сереженьке. Он и так сегодня в розовой курточке пришел. Добрый день, Виктория Сергеевна. Здравствуйте. А как там мой Олежка? Олежка хорошо с детками играет. А что, что случилось? Не-не, ничего. Я вот принесла самые необходимые вещи. Это самое необходимое? Да, вот шапочка, вдруг холодно. Пускай наденет, а? Ну, уже лето, жарко. А, я и это предусмотрела. Вот кепочка от солнца. Ну, да. Да. И еще, Виктория Сергеевна, вот колготки... Поменяете, если будет необходимость такая. Я его знаю. Ну, он же уже взрослый, сам справляется. Я знаю. Еще вот лекарства.
от кашля, от горла, от температуры. Мам, ну что ты тут делаешь? Ты почему без кепки? Ну, мам! Виктория Сергеевна, как он у вас кушает? Кушает плохо. А вот как пить, так он первый. А, ну это хорошо. Кепку надень. Ну, а можно я еще с ребятами поиграю? Ну, конечно, можно, сыночка. Ребят, мне разрешили поиграться. Послушный он у вас. Да. Скажите, а лекарство от похмелья случайно здесь нет? Есть, все в этом пакете. Да. Потому что он по утрам очень плохо себя чувствует. Знаете, это у него от отца. Олежка, писа! Ну вот видите, Виктория Сергеевна, я предчувствовала. Ну да, предчувствовали. Привет, интернет! Сегодня мы ведем первую трансляцию прямо из милицейского участка. И это первый милицейский канал «Менты круты». Вы будете знать о всех событиях, которые происходят в нашем отделении. Смотрите и лайкайте, лайкайте, лайкайте. Что? Ёлки-палки, так и знал, что он слабохарактерный. Не выдержал доли ментовской, застрелился. Кто застрелился? Придурок один застрелился. Ты что тут шмаляешь? Да случайно получилось. Случайно? Ты думаешь, суд второй раз такое поверит? В общем, Петренко, давай соберись, сейчас одному уважаемому человеку надо помочь. Добрый день. О, Егор Григорьевич, вы уже здесь, здравствуйте. Здравствуйте. Так, значит, Петренко, бери и все записывай. Так пишется все. Бери ручку, листочек. А, ручку. Рассказывай. Дело в том, что щекотливая ситуация произошла. У меня украли деньги. О, это вы пришли по адресу. Это наш профиль. Да. Как говорится, рыбак, рыбак. Ну, то есть, найдем мы ваши деньги. Мы сейчас только протокол составим. А вот протокол как раз не надо. Не надо. Дело в том, что это не просто деньги. Это левая часть. Что, простите? Ну, левак. Откат. А, взятка. Давайте не будем, как бы... Ну, в общем, понятно. Петренко, отставить писать. Взятка. Да не надо писать. Брось ручку и листочек. Продолжайте. Так вот, мне дали взятку. Хорошие люди, с душой. Я положил на столе. Вышел буквально один разочек секретаршу отчитать. Вернулся, а взятки как и не было. Обидно. Очень, очень обидно. Очень хорошая взятка. Слушай, мы вас понимаем, мы вас услышали, и мы вам обязательно поможем. Спасибо. Спасибо большое. Разрешите не примите превратно, но взятка, чтобы найти взятку. Это как каламбурчик. Это, конечно, приятно, но это ж какая там взятка? Гораздо, гораздо более интересно. Ну, давайте удачи, не буду вас задерживать. До свидания. До свидания. Слушай, Крыныця, это же круто. Название дела «Украли взятку». Петренко, это с каких пор мы начали для дел название придумывать? Ты давай соберись, и все, что касается этого дела, сразу докладывай мне. В смысле, выкладывать? Да хоть накладывай, но чтобы я был в курсе. Вот, у нас есть первое дело. Украли взятку. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на мой канал. Дело «Украли взятку» началось. Лайкайте, лайкайте, лайкайте. Все оказалось достаточно просто. Оказывается, муж секретарши хотел отомстить тому, кто ее постоянно отчитывает. И в то время, когда секретарша была завалена отчетами, он зашел в кабинет и украл взятку. Все, дело закрыто. Менты круты. Петренко! Что? Это что такое? Что? Вот это что такое? Это мой блог. Уже, между прочим, 200 подписчиков. 200 подписчиков? И половина из них из прокуратуры, СБУ и НАБУ. Ты зачем в интернет выложил видео, где уважаемый человек рассказывает, как у него украли взятку, пока он секретаршу того?
Так, Крыныця, короче, ты не начинай. Ты мне сам сказал. Все выкладывай. Да я говорил мне, выкладывай. Сейчас я тебе буду выкладывать. Ты хочешь, чтобы у тебя было больше подписчиков, чем у меня, да? Ну, да какой ты дебил. Да что это я дебил? Деньги на месте, все вернули. Да, на месте. Только отдашь ты их Егор Григорьевичу через 10 лет, когда он из тюрьмы выйдет. Ну, чего? Хотя, с другой стороны, задача чиновников – помогать бюджетникам. А милиция – это бюджетники, правильно? Поэтому, если мы немножечко... Вот теперь... Говори. Да что говорить, так сказать, по чуть-чуть. Согласен. Ну, может, еще чуть-чуть. Ну, у всех-то чуть-чуть разное, правильно? И вот это неровно лежит. Чуть-чуть это вот чуть-чуть больше, чем чуть-чуть. Ты чуть-чуть камень не увлекайся своими. Не, ну так я чуть-чуть же. Ага, знаю твою чуть-чуть. Чуточку возьму и все. Это я чуточку взял. Ты вон себе сколько нагреб. Не, ну ты не чистей. Мы ж по чуть-чуть. Обор. Чуть-чуть и все. А это оставим на расплод. Да. Уважаемые подписчики, деньги возвращены в бюджет. Менты круты. Лайкайте, лайкайте, лайкайте.